Играю партию на ческом. Соперник это гроссмейстер с логином Underdog Chess. Ранее g3, чтобы не было b6, и соперник вынужден переходить в каталон. Получается, каталон с отходом слона на e7, достаточно сухой вариант. Часто там возникают позиции, близкие к ничьей. Но я выведу слона на f4, чтобы открыть дорогу ладье. Собственно, это все теория, и здесь ничего нового нет. Изобретать тут тоже нечего. Конь c3, на dc буду отходить уже конь d2. b5, естественно, хода нет, просто забрал. Так, конь d5. Ну, можно попробовать взять на c4 и на коне f4 уже gf. Такую структуру перейти. В принципе, это нормально. Потом подкреплю e3. План дальше какой у меня? Это поставить ладью на c1, a3, b4. И на c5 где-то взять и задвинуть b5 еще. То есть, получается, 2 на 1 на фланге, наверное. Так и поступлю. Сразу хода c5 нет из-за d5. b5 решает играть соперник. Достаточно рискованный ход. Потому что c6 слабость теперь явно оголяется. Но если он успеет провести c5, то проблем уже у него не будет. Я должен как-то этому воспрепятствовать. Возможно, где-то пойти конь e4. На b5 брать нельзя, потому что открывается нападение на ферзя. Но я думаю, какой-то спокойный ход типа ферзь e2, ферзь b1 будет тут вполне уместен. Наверное, отведу пока что на e2. В случае чего, чтобы перейти на h5, на g4. Так, ну, мне кажется, как минимум я могу взять и на слон h6 пойти слон b5. Или даже конь c6. Мне кажется, просто лишняя пешка. Либо я что-то зеваю, либо соперник. Мне кажется, нигде я тут не проигрываю сразу, по крайней мере. На cb бью просто на b7 и остаюсь лишней пешкой. Кажется, что гроссмейстер здесь что-то явно перемудрил. Отъедаю на b7 и где-то еще на b5 подграживаю взять. Также конь c6 с разменом. Думаю, позиция вполне приятная получилась. Ну, естественно, съедаю еще одну пешку. На слоне e5, наверное, возьму ферзем, чтобы нигде не допустить контр-игры. И просто уже с двумя лишними, наверное, это техническая позиция будет. Конь у него обездвижен, так как ладья залезает сразу на c8. Можно попробовать согнать коня ходом f6, наверное. Конь c6 просто пойду. Так, а он хочет, видно, где-то мне там вечные шахи поставить. Возможно, ферзь g4 после взятия на e5. Ну, также ничего страшного не вижу. Могу сразу отойти слоном, могу попозже. Думаю, что отход слоном сразу на f3 будет в порядке. g5. Правильно делает соперник. Позиция его близка к проигранной, но он старается ее по возможности подкрутить. Чтобы мне было не так просто, и тем более у меня меньше времени. Ну, думаю, здесь нормально взять. И отвести короля, скажем, на h1 с угрозой ладья g1. Видно, хочет взять на e5. Ну, сыграю пока что ладья g1 и ладья g3. Таким образом перестроюсь. Возможно, король g2 еще пойду. Ладья c8 это не угроза, поскольку там везде ферзь e8 в вариантах. Нужно немножко времени отыграть. Где-то еще ход h4, h5. Мне нравится. Но соперник уходит в защиту. А вот ферзь c6 я зря, конечно, дернулся. Просто зеваю на e5. Не знаю, что меня дернуло так пойти. И теперь уже одна пешка, а не две. Так, размениваюсь, это мне выгодно, в принципе. И, наверное, ферзь А4, чтобы не дать пойти ферзь Е4. Заодно нападаю на А7. Так, размены. Ферзь Ж4 пока. Так, ну можно еще раз повторить. И ферзь Ф4. Выигрываю несколько секунд. На ферзь b2, там просто ферзь b8 съедаю на a7.
Ферзь g7, король f3. Так, сюда. Пока что не пускает соперник. Ферзь d6. Так, ну и ферзь f4 вернулся. Ферзь g6 хода нет, просто закрываюсь. h3 пока. Потихонечку выигрываю время. Ферзь f5. Подкрадываюсь к пешке h5 еще. Пытаюсь достать соперника постоянными шахами. И h4 медленно продвигаюсь. Так, наверное, уже можно отъесть. Нет, пока что нельзя. Так, соперник начинает тихонечко прессовать меня шахами. Убегаю. Подведу еще пешку. Ну и уже эндшпиль пешечный мне точно выигран. И пешка, собственно, проходит в ферзи. Тут и по времени успеваю, и по позиции тоже.